Это туристическая пешеходная путевка, коллектив 24 человека. Женщины, руководящий студент юный и два мужики среднего возраста. Крепкие бабы были, и такие, как я, что как ниточка была на мой рост 30 килограмм. И все. Сопровождающий идеальный человек, студент. На Губкале пришли, а там в горах, там и монастыри, там и катакомба. Кто-то и катакомбу сделал, сейчас, наверное, не сделали такую толщину, выразана ровнее и ровнее. Это же каких времен, кто знает? Да, другие цивилизации. Да, и все. Все рюкзаки забрались и заснули, а я не пойду. Бедный студент чуть не плакал. Что делать? Когда я по стежке у Ялту мотанула вниз, он догнал меня. Вернись, тут же гадюки кусаюсь, оттуда не пойду. Разбудил. И он же знал, где охотничий домик. Надо же аккуратно открыть и закрыть, и не насорить. Полкилометра и шли, может даже больше, по горах. Это же не так просто. Туда пришли, открыли. Меня оскорбляли всю дорогу. На завтра возвращаемся назад. И опять на меня сыпятся все оскорбления. А когда мы пришли к этой катакомбе, они все замолкли. Потому что крыша полметра толщины сплошная, как кирпичина. Какое время это делали? Руками сейчас такое не сделать. Техникой не сделать. Это же не просто, наверное, 3 на 3 метра катакомба. И крыша эта обвалилась. Нас бы задавило. Потом уже ко мне обращались. Вот я рассказывала, что коровы через микроречечка, ну, это такая доски ложится, качающая дорожка перехода. Держишься за береги, корова же не перепрыгнет это. И все. И тоже надо было туда и пройти. И всех я отстранила в сторону, чтобы не мешали мне на пути. И я перехожу. Коровы их у 4 раза больше наших. Страшные, злобные, большущие стада. Ну, это же государственное. И когда я на ту сторону перешла, по-быстрому, в сторону коров, ну, может, за метров за 50, то коровы рванули на меня. Вот бы мы перешли, они бы нас убили. А когда я эту лестничку перескочила быстрей, через эту рычулочку... То они остановились? Коровы остановились, перейти не могут. И мы остались. А чего они такие? Ну, это порода южных коров. Они очень жесткие. Вот что. Поэтому много было вопросов. Что можно, что нельзя. Ну, так это моя...